Более 100 миллиардов рублей в федеральные бюджеты, 200 тысяч деклараций на товары. Сегодня смоленские таможенники рассказали об итогах ушедшего года. Более 3000 участников внешнеэкономической деятельности в 2013 году оформляли грузы на смоленской таможне. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни по сравнению с 2012 годом также вырос и составил почти 13 миллиардов долларов США. Ключевым моментом в работе таможни стал полный переход на электронное декларирование. Это сделало работу таможни более прозрачной и способствовало уменьшению коррупционной составляющей. Теперь время на оформление документации при импорте товара значительно сократилось и составляет порядка 3 часов. Также одной из задач таможни является противодействие незаконному ввозу товаров. В целом по 2013 году у нас возбуждено 18 уголовных дел. В том числе там дела по незаконному вывозу из Российской Федерации запчастей для военной техники, у нас дела по незаконному выводу валюты, дела по особо крупному уклонению от таможенных платежей, 2 дела и 3 дела по контрабанде наркотиков.